Приветствую, дорогие друзья, с вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Logic Keypad. Мне кажется, я разгадал еще две головоломки. Значит, с мобильным телефоном, опять же, невнимательность. Пробел — это 0, а не единица. Погнали, переберем оставшуюся цифру. Я что-то вбил себе в голову, что значок пробела — это единица. И перебираю, перебираю, ничего не работает. Значит, у нас 8-3-0. Вот, 8-3. 8-3-0-0. Нет. 8-3-0-1. Нет. 0-2. Нет. Нет. Есть. 8-3-0-4. Как вот этот 14G означает 4? Понятия не имею. Херня какая-то. Не, ну может там есть какое-то логическое объяснение, но... Так, а это компас. Ну, это последовательность, наверное, по часовой стрелке. Типа что, один? Ага, все понятно. Что ни хера не понятно. Но мы сюда еще вернемся. Мы попробуем еще одну головоломку решить. Значит, вот головоломка. Где тут свет-то включается? Вот здесь. Я смотрю на эту последовательность, что-то сложно. Думаю, херня какая-то. Тут что-то 69, еще 69, 68. Вот. А если посмотреть стульчики, то если ты находишься на той стороне, как бы со стороны стульчиков, то ты будешь видеть повернуто на 180 градусов. И получается тут типа 6,89, 6,90, 6,91, 6,92, 6,93. Ну, точно. Вот, видишь? Изи-пизи. Пятый биткоин. Так, кто-то написал в коуд-ноуте: я хочу бессмертия. Ты не умрешь. Но ты все равно продолжишь стареть. Твое тело будет постепенно ухудшаться год за годом, день ото дня. Твои чувства станут, ну, короче, притупятся. И ты не сможешь ни слышать, ни чувствовать, ни чувствовать запахи. И в конечном счете умрешь в своем собственном разуме. И просто не сможешь вспомнить, кто ты такой. И даже не сможешь вспомнить, что когда-то был человеком. И тогда ты станешь, да, бессмертным существом. Находясь в темноте ночи. Прекрасно. Отличная перспектива. Так, погнали ту головоломку решать. Ну, это цифры 1, 2, потом 3, потом 4. Так, сколько здесь цифр? Давайте попробуем. 12,
3, 9, 6. Чего? В это дабл В? Ну это как по часовой стрелке. 1, 2. Продолжается хреновина. Но у нас там был компас. Север, юг, запад, восток. Восток. Не восток, а запад. Это west. Это дабл В. А, цифра 1 это север, а север это что? N. А у N есть какое-нибудь обозначение? А, N это так. N это 4. Вот, N. N это 4, но север. Сначала север. А потом восток. Так, значит, север это 4. Восток. Север, восток. Восток это ист, это 3. Потом вот сюда идет. Это запад. Запад это дубль В. Это 5-5. И потом идет юг. Это тоже 5. Вот и все. Юг это south, это S. S это пятерка. А это W. Это 2 В. Ну, в римских, короче. Вот и все. Вообще на изи все это сделал. Биткоин. А чего мы не прошли дальше-то? Ни хера себе, а куда ж тут идти? Я, по-моему, здесь все или почти все головоломки решил. Это прям супер редкость. Ну, конечно, может, и не все. Ну, с этим я решил. Что-то непонятно. Так давайте еще разочек нырнем. Странно это как-то. Очень странно. Не, что-то не приходит на ум. А где еще головоломки-то? Я совсем разобрался. Все порвал. Так, ну тогда вот в эту надо идти. Ага, тут еще какая-то хрень. А это сохранялка, да? Так, зацензурировано. Что-то очень криповое. Но из-за, в общем, модерации. По целям, по причинам модерации решили, короче, удалить этот странный контент. А, ну тут, видимо, голая женщина была. Еще один кубик. Чувак переиграл в Rusty Lake или как он называется. Все? Вот так вот быстро. Ну что ж поделать. Неплохая игрушка. На удивление хорошо сделана, ну, не тормозит, как бы, не использует какие-то непонятные ресурсы. То есть примитивно, примитивно ресурсов не жрет. Куча игр просто примитивно жрет непонятно какого хера столько ресурсов. Головоломки по большей степени хорошие. В общем, вьетнамец красавчик. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующих видео. Всем пока.